Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам рассказываю про недорогой и комфортный отдых в России, в частности, в Сочи. И еще более сужаем нашу локацию, это курорт «Газпром». Да-да, ребят, я вам еще ни разу не рассказывала про курорт «Газпром», а он действительно достоин внимания. Посмотрите, я сейчас стою на смотровой площадке, такой вид открывается. Крутой, уникальный, красивый. Сюда привозят экскурсии, но также вы можете сюда добраться сами. Вам достаточно доехать до Розахутр на бесплатном автобусе и пешочком дойти до «Газпрома», ребят. Очень прям недолго, за полчасика пешочком вы дойдете. Что еще я вам хочу сказать? Что самая такая фишечка этого курорта летом, да, заметьте. Зимой тут, конечно, горнолыжные трассы, и вы можете кататься на сноуборде, на лыжах. Тут есть подъемники свои. Но здесь еще какой есть нюанс. Здесь летом можно поплавать в бассейне с видом на горы. И вы можете себе представить, какая открывается красота. Вы плаваете, а бассейн находится вот буквально в этом же здании, только на первом этаже. Я сейчас стою на крыше, на смотровой площадке. А если вы спуститесь на первый этаж, то вы окажетесь как раз в аквапарке «Галактика», ребят. Называется аквапарк «Галактика». Что там хорошего? Там есть горки, с которых вы можете кататься. Вы можете кататься на этих круглых, да, таких штука. Короче, кто во что гораздо. Мне очень нравится здесь джакузи. Также мне здесь нравится, как это называется правильно, водные процедуры, как вот гидромассаж такой вы делаете, вы плаваете в бассейн, а там стоит такая струя, и вы стоите под струю, ее так в спинку массируете себе вот таким вот образом, вот как я сейчас показываю. Вот такой есть. И самое, конечно, крутое, это бассейн. Бассейн под открытым небом, а когда светит солнце, ну такая красота просто открывается. Сегодня вот я приехала, здесь дождичек идет кругом, но красота не становится меньше. Просто, ну, немножечко облачка, немножечко так пасмурно, я вам сегодня рассказываю. Может быть, не так солнечно, потому что я под дождем. Вот. Но на самом деле потрясающее место. И сюда вы можете приехать со своими детьми, даже совершенно маленькими. С грудничками сюда приезжают, с колясочками. Вот здесь очень хорошо. Ребят, и на самом деле, вот чтобы жить, радоваться, кайфовать, нужно всего лишь создать пассивный доход. А как это сделать правильно? Я для вас со своей командой подготовила совершенно бесплатное обучение. Курс, который называется «6 шагов к зарабатывательной недвижимости в новые годы». На нем подробненько, все по шагам, я всю свою систему рассказываю, всю технологию. Вам станет понятно, с чего начать, какую локацию выбрать. Вы знаете, что наша страна – это страна возможностей. И так много еще мест, которые нужно осваивать, и где можно еще покупать землю и строить дома. И как все-таки, вы знаете, что сейчас импортозамещение происходит, что сейчас нас целенность на тех людей, на тех предпринимателей, которые будут создавать что-то полезное для страны. Кто-то будет строить фабрики, заводы, кто-то будет просто строить доходные дома, и в этих доходных домах будут жить те работники, те самых фабрик и заводов, которые будут построены. То есть мы с вами будем подбирать и локации, будем обсуждать, где будет выгодно купить землю, построить доходные дома, и которые будут хорошо сдаваться, потому что там хорошая инфраструктура. Обо всем об этом я подготовила для вас бесплатное обучение. Ссылочку оставляю под видео. Проходите, регистрируйтесь и до скорой встречи на мастер-классе. Кризис – время возможности, кризис нужно зарабатывать. Вот такая вот для вас сегодня небольшая информация. Ребят, мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы больше времени уделили своей семье, чтобы отдыхали, радовались, чтобы вы дали детям самое лучшее образование, дали родителям самый лучший отдых и лечение. И, конечно же, подумали о себе, сделали себе страховку от несчастного случая, да, как я это обычно вам говорю, страховку по ДМС. И, конечно же, приехали сюда, в Сочи, на курорт «Газпром». И, конечно же, здесь хорошо провели время и ничего не боялись, потому что здесь действительно очень круто. Вот такая сегодня для вас информация. На этом я заканчиваю. Оставляйте свои комментарии под видео. Ребят, пишите, пожалуйста, темы, на которые вы хотите, чтобы я сделала новые обзоры. Что будем обсуждать, про что будем говорить с вами, ребят. И я буду для вас писать новые видео и рассказывать те темы, которые вас особенно волнуют. Ну все хорошо, ребят. До встречи. Еще раз насладитесь этой красотой и обязательно сюда приезжайте, если вы здесь ни разу не были. До скорых встреч.